«Лучшие голоса мира» на чувашской сцене. В Чебоксарах открылся 29-й международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР Максима Михайлова. Первый вечер ознаменовался премьерой оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. «Царская невеста» – одна из самых популярных опер в мировой классике. В основе сюжета – поиски третьей жены царем Иваном Грозным. Его выбор падает на дворянскую дочку Марфу Собакину, уже влюбленную в боярина Ивана Лыкова. Развязка любовной интриги неминуемо трагична. Первое представление оперы состоялось в 1889 году в одном из московских театров. Прошло уже более 100 лет, но «Царская невеста» продолжает покорять зрителя. Артистичное исполнение известных арий возвращает нас в далекое прошлое. Итак, фестивалю дан старт. Впереди поклонников оперного искусства ждут незабываемые вечера, наполненные высокой музыкой.